связь установилась у краеведческого музея с творческими коллективами области. Музыканты, артисты, литераторы, постоянные участники многих краеведческих мероприятий, открытий выставок, проведения рахманиновских вечеров и музыкально-литературных праздников, культурных акций «Ночь музея», за что мы выражаем им огромную благодарность. Сегодня, как и всегда, будет звучать музыка. А исполнить ее мы приглашаем известных музыкантов, вокальный ансамбль «Style Sound» под руководством Ярослава Черникова. Вокальный ансамбль «Живой звук» – один из самых востребованных коллективов области, подвижник песенного искусства. Вокалистам присущи яркий творческий почерк, искренность и лиризм, выдумка и фантазия. Руководитель группы Ярослав Черников – прекрасный организатор, искренне влюбленный в свое дело и в свой коллектив. Русская народная песня «Ой, ты, Борушка, поранен». Я знаю, что я тебя люблю.
Thank you.
представителями творческих организаций, деятелями культуры, литературы, науки, которые помогают нам создавать выставки, участвовать в музыкальных проектах, открывать новые имена. Краеведческий музей, Рахманиновский центр делают все возможное, чтобы поддержать молодые таланты, творчески востребованных людей. Поет солист камерного хора имени Рахманинова Максим Кусов. Максим Кусов – лауреат международных и всероссийских конкурсов, исполнитель произведений разных вокальных жанров. И своим высоким искусством он нас радует. Мусоргский «Блоха» аккомпанирует Борис Ковалев. Итак, на сцене Максим Кусов. Кристина Ярошенко и Константин Колодин.
отрадно осознавать, что прекрасные традиции просветительства, заложенные в первые годы существования музея, сохраняются и в наши дни. Этому немало способствует дружба с очень уважаемыми людьми в культуре. И мы их называем друзьями музея. Виктор Федоров. Аплодисменты. Роман Башинин. Сергей Прохоров. Владимир Козляков. Юрий Горбачев. Марина Овсепян. Нина Добина. Сергей Савин. И многие друзья другие. А сейчас на сцене Тамбовский молодежный театр. Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Федоров. Директор Валерий Беляев. По итогам работы 13-го международного театрального фестиваля имени Рыбакова спектакль молодежного театра «104 страницы про любовь» награжден специальным призом фестиваля. Итак, на сцене Тамбовский молодежный театр. Номер из музыкального спектакля «Песня любви. Старый рояль». Ансамбль «Цвета радуги».
Вы увидите танец из программы ансамбля «Он и она» солисты Григорий Лисов и Алина Табильская. Ансамбля «Серпантин» Школы искусств номер 3 города Тамбова. Руководитель, заслуженный артист Российской Федерации, композитор, профессор музыкально-педагогического института имени Сергея Васильевича Рахманинова Роман Бажилин. Thank you.
Thank you.
сегодня Тамбовского краеведческого музея прославленный коллектив государственного ансамбля бального танца Тамбовской области «Цвета радуги». Латино, американский микс «Тарантино».
где я обрел опыт и мастерство, не потерял страстного желания творить, осваивая новые творческие пространства, о чем свидетельствует наш вечер, и хочется добавить, на котором состоялся такой развернутый диалог культур, достойный 140-летнего юбилея. У нас есть творческий потенциал, позволяющий музею удерживать высокие нравственные и духовные позиции. А в заключение мы желаем всем вам житейской мудрости и разумных компромиссов, постоянной озабоченностью общим благом, политической воли и умения слушать и слышать друг друга. И любить друг друга. Наверное. Да. Программу вечера вели заслуженный работник культуры Российской Федерации Александра Кальницкая. Заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Федоров. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч.
Oh,
Yeah.
Ждем вас на все наши акции, которые будут проводиться в нашем музее. Всего вам хорошего. На этом наша ночь, и уже действительно ночь в музее, заканчивается. Спасибо всем большое за внимание.